Кто такой бегемот? Кто такой гиппопотам? Есть ли отличия? Правда ли, что уши и носы у них автоматически в воде закрываются? Бегемот, также называемый гиппопотамом, является крупным травоядным млекопитающим, обитающим в Африке. Бегемоты являются третьим по величине эвиу. На коротких расстояниях бегемот бегает со скоростью 48 км в час, они не потеют. Вместо этого они источают красное масло, которое защищает их кожные покровы. Эта красноватая жидкость родила миф о том, что гиппопотам потеет кровью. У бегемотов самые большие зубы из всех наземных животных. Они достигают в длину до 50 сантиметров и могут использоваться для защиты территории и для нападения на других животных. Бегемоты спят под водой. Они поднимаются, чтобы вдохнуть воздуха, затем возвращаются на дно реки или озера и засыпают. Уши и ноздри животных автоматически блокируются под водой. Средний вес мужского гиппопотама составляет от 1500 до 1800 килограммов. Бегемоты считаются одними из наиболее агрессивных животных в Африке.